все еще 30-е, начался снег. Я вот белье тут повесила, постирала, и пришли мои красавчики. Смотрите, я их кормлю. Яшечка, привет! Хочу немножко ей семечек дать. Помните, мы с вами вчера в Семишагове покупали? Ой, она семечки любит больше, чем овсянку. Хотя овсянку он уже поела. Яш, иди. Иди с ручки покушай. Умница, моя девочка. Браво, Олейки. Молодец. Я уже и по-арабски ее хвалю. И по-русски. Потому что и Любуш, и Людочка, и кто-то еще, я не помню, Наташа, по-моему, просят, чтобы я показывала Яшку. Вот я показываю. Яшечка, иди. Иди с ручки кушай. Ты моя умница. Ты моя хорошая девочка. Не бойся, кушай. Кушай. Захотелось так минутку вам показать, как я ее кормлю. Вот видите, она уже снова не боится. Раньше боялась уже. Когда я на больничном была, я месяц вообще не открывала окно. Ну как, я открывала, туда кидала еду и закрывала. Не контачила, короче, с ней. Привет, мои любимые. Привет, привет. Вот как она его гоняет. Смелая такая. Вот так захотелось вам кусочек показать. Люблю вас, мои хорошие. Пока-пока. И снежок у нас пошел, видите? Идет такой миленький-миленький снежок. Просто обалденный. На улице Рауэ. Помните, я вам говорила, Рауэ, значит так. Релакс. Кыш. Все, пока-пока. Идите отсюда. Идите. Люблю вас, мои хорошие. Пока.